По данным Холидей, большое количество электрической энергии перенаправляется в аркологию. Ага. Это может означать только одно. Там сеть процессоров. Мощных процессоров. Даже способных расшифровать сигнал Кабал, что мы перехватили. К сожалению, нам неизвестно расположение этих процессоров. Так что тебе придется там поразнюхать, не привлекая лишнего внимания. Страж, найдя процессоры, мы можем переломить ход войны с Красным Легионом. Без них. Я не знаю, что нас ждет. Кажется, падшие пытались пробиться через эти плиты. По-моему, операционная система аркологии снова работает. Как знала. Теперь ищите терминал доступа к ОС. Он поможет вам найти сеть процессоров. Вон он, один из терминалов доступа, которые мы ищем. Сеть процессоров глубоко внутри, на служебных этажах. Аманда, это то, что мы ищем? Бинго! Именно оно! Хорошо, я получил координаты. Двигаем вниз. Руны Улья черпают энергию из другого измерения, где нет никакой разницы между словом и его значением. Когда Улья разбил барьер между своим измерением и нашим, руна смерти стала сама нести смерть.
Кажется, Улей прорубил нам дорогу. Можно спуститься в ту дыру. Этику, сейчас мы точно на территории Улья. Верно. Как можно меньше разговоров по рации. Не надо привлекать лишнее внимание.
Улей не мог этого не слышать. Мы достали процессор, но разбудили целую колонию Улья, а до поверхности далеко. Беги, Страж. Им оттуда не выбраться, командир. Страж, сможешь пробраться в центральную часть аркологии? Мы пошлем кого-нибудь тебе навстречу. Холидей. Да, я справлюсь. Дорога к сердцу аркологии. Оттуда еще надо будет выбраться. Уже у штурвала, готовлюсь к вылету. Скоро буду. Аманда. Да. Лети быстро. И будь осторожна. Так точно, сэр. Молодцы, вы оба. Доставьте процессор в центр. Мы расшифруем эти сигналы. Наконец-то дела пошли в гору. Они зовут его Всемогущим. Жемчужина в короне Красного Легиона и детище его лидера, Доминуса Гоула. Гоул подчинил себе сотни миров. Сопротивление наказывалось смертью. Видите ли, Всемогущий уничтожает звезды. Чистолюбие Гоула не щадит никого и ничего. У него одна цель — заполучить странника и его свет. Сейчас Всемогущий нацелен на наше солнце. Иными словами, война окончена. Мы проиграли. Мы построили дом под защитой странника.
Когда напали враги, мы построили стену, простоявшую века. Но теперь стены ничего не значат. Новый враг захватил наш дом, лишил нас света и теперь угрожает нашему существованию. Мы бросим все силы на этого всемогущего. Когда флот будет готов к бою? Завала, стой! Промедление, смерть. Но если напасть всем вместе, можно вернуть наш дом, наш свет, надежду. Или погибнуть с честью. Мне нужна боевая группа. Мне нужны и Кора, и Кейт. Насилием делу не поможешь. Спокойно.